Всем привет! С вами Алекс. Сегодня будет не совсем обзор. Ну как не совсем? Вообще не обзор. Сегодня поговорим о коробках удачи. Коробках удачи с Desert Eagle и АК-47. Наверное, вы видели много видео о том, как выбить эти два оружия. Например, побегать на полигоне, там еще какие-то. Типа, побегайте на полигоне, там сколько-то времени зайдете, купите там сколько-то коробок и радуйтесь, там будет лежать у вас Дигл или АК-47. Но этот способ не работает, потому что, ну, те, кто выбивали таким способом, это чисто повезло, потому что я читал комментарии, там было 50 на 50. Кто-то писал, типа, выбил, кто-то не выбил. Поэтому способ этот, может быть, немного работает, ну и то навряд ли, потому что Дигл выпадает рандомно, как и АК-47, в разное время. Мне также писали в Скайпе и ВКонтакте, типа, помоги там, как выбить Дигл и АК-47. Я посоветовал один способ. Для тех, кто еще не выбил эти оружия, то говорю, способ достаточно легкий, вам потребуется каждый день, вот, например, в один день, там, купить в разное время по 5 коробок. Например, в 12 часов купить 5 коробок, попробовать выбить. Там в 3 часа попробовать снова купить 5 коробок, выбить. Так, например, там утром, днем, вечером купить там по 5 коробок и попробовать, может выпадет. Потому что я таким способом пробовал, сам придумал. И через буквально пару дней я уже радовался выбил Дигу, который у меня выпал в коробке удачи. АК-47 у меня нет, потому что я толком в Warface не играю и даже не пробовал таким способом его выбить. Но если что, там, может, попробовал когда-нибудь. Ну, также я тоже сейчас думал, что это просто мне повезло. И потом я написал одному из подписчиков, типа, попробуй такой способ. И буквально через тоже пару дней он мне пишет, типа, спасибо большое, я выбил Desert Eagle этот. Ну, я так и тогда понял, что способ все же работает, хотя и не на 100%, но, так сказать, на процентов 50. Сами подумайте, или вы будете убивать, копив деньги, там, 30 тысяч, 70 тысяч, кто-то там писал, потратил и не выбил. Или вы просто каждый день будете тратить, там, буквально по 5 тысяч, и главное иметь терпение. Там буквально через сколько-то дней вы уже будете ходить с этим Диглом или АК-47. Поэтому способа так такого нет. Вот единственное, что могу посоветовать тем, кто не выбил, даже там испробовал все способы. Может быть, вам повезет с этим способом. Хотя все же выпадает все рандомно. И, как я сказал, способа так такого нету. Ну, обзоры. Теперь немного об обзорах. Обзоры выйдут скоро, так как, ну, как скоро, через неделю где-то, потому что у меня сессия и мне почти нету времени делать. Вот единственное, сейчас показал о том, рассказал о том, что как выбивать Дигл с АК-47, и то просто сказал, что способов так такого нету. Ну, на этом я закончу. Поэтому попробуйте такой способ, может быть, вам повезет с этим способом. С вами был Алекс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите, может быть, еще выйдет там некоторые советы. Все-таки я в начале своих обзоров говорил, что будут видео там, буду давать советы, поэтому вот он и совет. Ну, всем удачи, всем пока и до скорого!